Помните, что у любого летуна есть паранойя по поводу массы тела. Надо облегчаться. Отлично. И возникает еще одна проблема. Ну-ка, давайте с вами ради интереса считаем, что решили проблему третьего пояса. Решена она, да? И рождается у нас такой мутантный крокодильчик сразу с готовым третьим поясом. Причем от этого третьего пояса сразу уже там не просто лапа, а крыло и даже своим поясом конечности. Значит, ясно, что ни одна единичная мутация такого дать не может, но мы сейчас с вами пока в рамках вот таких фантастических предположений. И крокодил сразу гордо взмахнул крыльями и полетел. Своей третьей парой конечностей. Прикиньте, как будет выглядеть летящий крокодил, если он держится в воздухе за счет третьей пары конечностей, третья пара между передними и задними. Это как такой вот палка, да. Вы понимаете, что это такая макаронная получится. Ну в чем, может, тебя время держать напряжение мышц и... Ага, на длину тела крокодила. Представляете себе? Представьте себе затраты, да? На удержание в качестве, в рамках прямой линии вот этого тела. Значит, если уж мы хотим летать, то необходимо, мало того, что укорачивать, перекомпоновывать тело. Все массивные части тела, где имеет смысл концентрировать? Да. Да. Понятно? Да. Вот у нас точка, там, я не знаю, суммарного воздействия подъемных сил. Вот если мы в основном массу вот сюда подвесим, так? Да. Хорошо. А теперь, что надо делать с удаленными частями тела? Уменьшать вес. Уменьшать вес. В общем-то, укоротить тоже неплохо. Но если не удается укоротить, то хотя бы облегчить. Понятно, почему у летающих птиц, что с длиной хвоста происходит? А у летающих птиц вот такой хвост. А он им просто не нужен? Ну, еще как нужен. Дело в том, что как раз к этому подвижному, очень коротенькому птиц хвосту прикреплены мощные перья, управляющие направлением полета, рулевые перья. Важнейшая деталь. Да, вот я говорю, вот, длинный. А длинный? Не страшно мешал. Длинный массивный хвост. Хорошо. А теперь с передней частью. Вот, ну, задняя лапа птицы в полете просто поджимает, либо как цапли вытягивает вдоль, но скажите, пожалуйста, сколько мышц, вот давайте птичью ногу изобразим. А, кстати, Сейчас, секунду. Стоп. Назовите сустав. Коленки. Коленками назад. Поздравляю вас. Обратите внимание, в какую сторону сустав сгибается? К голове или к хвосту? К хвосту. Ага. Опа! А теперь бывают ли тетраплоды, четвероногие, позвоночные, у которых колено гнулось бы к хвосту? Не помню. Не бывает ни одного. Колено гнется только в голове. Отлично. А теперь вот этот сустав назовите. А это тоже сустав. Ага. То есть локоть, сгибающийся к голове, да? А в какую сторону у нормального тетрапода сгибается локоть? К голове или к хвосту? К хвосту. Только к хвосту, исключений не бывает. В чем дело? Очень простое дело. Куриную ножку представляете себе? Куриная трачка, да? Да. Ага, вот и куриная трачка. Где бедро у птицы?
кости, а вот оно бедро. Вот бедренная кость. Ага. Где колено, а вот оно колено. А вот эта часть конечности, это что за часть? Вот. Это голень. Ага. А вот это что? Кисть и стопа. Стопа. Вот эта часть, это сросшиеся между собой кости предплюсные и плюсные. То есть получается и с... Получается, что птица стоит на цыпочках. Вот это, грубо говоря, пятка. Это голеностопный сустав. А с руками же? То же самое, как пальцы. Отлично. Вот плечевая кость. А, ну да, понятно, да. Вот предплечье. А это, вот, а это кисть. Пальцы. Это лучезапястный сустав. Вот он. Да. Угу. Разобрались более-менее? Да. Запомните для себя. Исключений не бывает. Коленка сгибается всегда в сторону головы. Локоть сгибается всегда в сторону хвоста. Да? Если вам кажется, что что-то не так, чертите схемку и смотрите, где вы набрали. Значит, где-то просто укороченные участки конечности есть. Хорошо. Так, возвращаемся к крокодилу, к нашему летающему многострадальному. Итак, хвост мы ему укоротили. Обратите внимание, кстати, что с распределением мышц в птичьей ноге. Вот птичья нога. Так? Ну вот он, куриный окорочок. Узнаете? Ага, угу. Где основное мясо? На бедре. Да. На голени мяса много? Нет. Не очень. А вот здесь, на цистке, на пальце, практически нет. Зачем? Убрали лишнюю массу из удаленных частей тела. Теперь, даже если мы взяли, вот как цапля это делает, вот так вытянули ноги. Да? Основная масса ноги у нас где осталась? Нет. Вот здесь. Большая нагрузка вот сюда падает? Нет. Не, небольшая. Понятно? Да. Отлично. Теперь передние конечности превратились в крылья. Дальше шея, голова. Значит, по идее, хорошо, конечно, сделать ее тоже вот такую коротенькую. И была бы у нас вот такая птичка. Допустим. Не бывает. Сразу по нескольким причинам. Представим себе любого тетрапода, то есть любого четвероногого зверя. Он охотится. Скажите, чем ловит добычу? Клювом. Лягушка ловит добычу клювом. Языком. Нет. Ящерица ловит добычу клювом. Ну, ящерица. Том, конечно, через тем в первую очередь. Да. А чем помогает? Захват. Чем помогает? В захвате. Только рук у них нет, как это называется. Да. Какими? Задними? Передними. Передними. Отлично. Значит, ящерица или амфибия строят себе укрытие, гнездо. Чем строят? Лапами. Опять же, челюстями и передними лапами. Любая тетрапода занимается любовью с партнером. Для того, чтобы хоть что-нибудь получилось, надо удержаться рядышком, иначе никакого оплодотворения не будет. Чем удерживаемся? Зубами. Да. Вторая идея. Первая не очень хорошая. Лапами. Лапами какими? Передними. Передними. То есть на самом деле передние конечности для всех тетрапод, кроме того, что это органы передвижения, это еще органы манипулятора. Они помогают в совершении огромного количества поведенческих актов. Вот это понятно? Да. А теперь, может ли птица себе помогать вот в своих рабочих делах передними конечностями? Нет. Они настолько сильно видоизменились, что ни к чему, кроме полета, в общем, не пригодны. А орган манипулятор нужен? Да. Как? Вообще не нужен. Нет, он нужен, но не передний конечности. Не передний. Что превращается в важнейший орган манипулятора? Клюв. Клюв. А для этого какую подвижность головы надо иметь? Большую. Огромную. У птиц из всех тетрапод самый подвижный шейный участок позвоночника, и он просто гигантский. Кто знает, у всех млекопитающих сколько позвонков в шейном участке?
в шее. Берем жирафа, берем человека, берем мышь. С вашей точки зрения, количество позвонков в шее одинаковое или разное? Да, одинаковое. Абсолютно одинаковое, 7 позвонков. У всех млеков только 7 позвонков. У лебедя сколько позвонков в шейном отделе? 22. 22. Ты скажите, пожалуйста, можете ли вы вот представить себе, что у вас зафиксировали плечи? Плечи ключами выдвинуть не может. И вас заставляют повернуть голову. На сколько градусов вы можете повернуть голову? 90. На полные 90. Ну, в общем, если у человека нет остеохондроза, и если у него нормальная растяжечка, то в районе 90 градусов голова поворачивается. А на 180? Нет. То есть, если вам взяли вот так голову развернули, нет. Да? Нет. Вот. Ага. А на сколько градусов может повернуть голову сова? На 200. На 270. То есть, 3/4 полного оборота. Не только полностью посмотреть назад, но довернуть еще 1/4 оборота. Да? То есть шея – длиннейший, подвижнейший участок из всего позвоночника. Поэтому шею все-таки делаем длинной. Без такой шеи птиц не обойдется. Для того, чтобы регулировать сложное поведение, какой объем мозга? Большой. Крупный. Мозговая капсула черепа очень велика. Один из отделов мозговой капсулы, слуховая капсула, да, там как раз органы внутреннего уха. Мы говорили с вами, что с ориентацией пространства у птиц. Значит, вот эти мощные выступы, в которых находится лабиринт органов внутреннего уха. И у птиц самые совершенные глаза из всех наземных живых существ. На самом деле и водных тоже. Птичий глаз – существенное совершение нашего глаза. Но у него и размер, дай бог. Размер птичьего глаза больше, чем размер головного мозга. Вы себе представляете, как бы мы выглядели, если бы у нас были такие глазки? Вот так вот, да? Значит, это глазница огромная. Вот он, район глазниц. Ну а дальше должен идти челюстной отдел черепа, челюсти. Значит, помните, что челюсти – главный манипулятор. Да. Лучше его делать подлиннее или покороче? Да, подлиннее. Конечно, подлиннее. Манипулировать проще будет. Удлиняем. Обратите внимание, с челюстями возникает сразу одна неприятная штука. Челюсть – это самый удаленный от центра масс участок. Ну, он дальше всего. Вообще-то, какими их лучше сделать по массе? Чем легче, тем лучше. Да. А теперь, вообще у всех тетрапод предусмотрены зубы. Но у предков птиц, у рептилий, у тех же самых динозавров, зубы были? Да. А что должно быть с толщиной челюстной кости для того, чтобы в них разместить зубы? Но чтобы можно было толстая. А толстая кость может ли быть легкой? Нет. Нет. Поэтому птицы жертвуют зубами. Так, зубы исчезают полностью. За счет этого, что можно сделать с толщиной челюстных костей? Исключительно тонкие. Как они разжевывают? Они никак не разжевывают. Птицы не способны жрать. Птицы не способны жрать. Поверх тонких и длинных челюстных костей вырастают роговые футляры. Над клюве и под клюве формируется клюв. Так? Ну вот здесь носовые кости формируют ноздрю. Все это хозяйство обрастает мышцами, перьями и так далее. Все, получили птичку. Так, отлично. Стоп, сопряженный вопрос был один. Да, пищу не разжевываем, а мы же должны быстро переваривать. А можно ли переварить неразжеванную, быстро переварить неразжеванную пищу? Есть маленькие. Может, а вы себе представляете энергозатраты на питание в этом случае? Если вы сидите и щиплете по микрокусочку. Нет, а заодно... Не совсем понятки. Нет, ребят, решение, ну вот такое решение на самом деле есть у многих разных видов. Причем и у беспозвоночных, у многих.
Желудок разбивается на два сектора. Значит, пища глотается кусками, причем здоровыми кусками. Запросто. Дальше от глотки идет пищевод. Последний участок пищевода очень сильно растяжен. Это просто склад. Кто знает, как называется вот такой мешок? Зоб. Зоб. Если еды привалило много, птицы исходят из очень простого утверждения. То, что я уже проглотил, не отнимут. Поэтому наглотаемся побольше. Так? Пока переваривать не будем, некогда. Сложим запас в зоб. Хорошо. А дальше? А дальше начинается желудок. А желудок из двух секторов. Первый, второй. А дальше кишечник. В первом отделе желудка пища не задерживается. Она достаточно быстро сквозь него проходит. Стенки этого отдела покрыты пищеварительными железами, которые в огромном количестве выделяют пищеварительные соки и активаторы. Это железистый желудок. Но может ли здесь проходить активное пищеварение, пищу выпускание? Нет. Вот здесь мышечное кольцо сфинктер. Как только пища пропиталась желудочными соками, так сфинктер открывается, мышцы переднего сектора сокращаются, порция пищи оказывается во второй камере. А во второй камере вот такой толщины мышечные стенки. А внутреннее покрытие у них интересное. Скажите, если вас загнать в какую-нибудь там, я не знаю, на геологическую или на биологическую практику куда-нибудь в среднюю тайгу, приполярье, где единственный источник тепла – это костер, а значит, каждый день рубить дрова, значит, через месяц ваши ладошки как будут выглядеть? Грубая. Ага, грубая. Чем они будут покрыты? Мозолями. Мозолями. Мощное роговение. Возникли под действием высокого физического давления. Согласны? Так вот, стенки мускульного желудка выспланы могучей роговой защитой. Грубо говоря, покрыты сверхмощными мозолями. Зачем это надо? Сюда попали куски пищи, смешанные с пищеварительным соком. Что начинают делать эти мышцы? Ну, как раз... Нет. Они начинают сжиматься и разжиматься. Да. Причем у страуса, допустим, так? Частота сокращения порядка 20-30 Гц. Что такое 1 Гц? Одно колебание в секунду. То есть сколько раз в секунду сокращается желудок страуса? 20-30 раз. При этом при сокращении развивается давление до 5 атмосфер. Вы понимаете, что такое давление в 5 атмосфер? Ага. И если у вас 20-30 перепадов давления в секунду, что с пищей происходит? А стенки жесткие, мозолистые. Ребята, это вибромельница, совершенно могучая. Плюс к этому, значит, то, что я вам сейчас скажу, никогда не пробуйте. Я надеюсь, у вас живое воображение сможете представить. Гречневую крупу представляете? Да. Отлично. Вот вы насыпали так гречку на ладошку, да. Так, и решили превратить ее в гречневую муку. Как вы это делаете? Взяли, зажали порцию гречки между ладонями и начали делать вот такие движения. Что будет с кожей на ваших руках? Она разорвется. Вы кожу разорвете в кровь. А если будете продолжать заниматься такой глупостью, то порвете дальше и мышцы, и все на свете. Крупа очень жесткая штука. А теперь немножко меняем эксперимент. Кладем несколько шариков подшипников стальных. Так, между ними насыпаем гречку и начинаем вот так двигать ладошками. Ну все, по-моему. Они измельчаются все-таки. А почему измельчаются? Будут... Гречка окажется перетерта между чем и чем? Между шариками. Между шариками. Значит, птица глотает камни. Зачем глотают камни? Чтобы измельчалась пища. Значит, на самом деле это не они придумали, это динозавровая придумка. Так? Динозавры тоже глотали камни.
Для того, чтобы при движении желудка, что делали эти камни? Измельчали пищу. Такие пробочные камни называются гастролиты. Да? Поэтому, когда вот возятся палеонтологи на раскопках с остатками хорошо сохраненного цельного скелета динозавра, окаменевают или только кости, мягкие ткани не окаменевают, тем не менее, положение желудка можно рассчитать? Да. Можно. А как гастролит можно отличить от любого нормального камня? Он гладкий. Он гладкий. Ровный. Ага. Ясно, что от такой работы поверхность снашивается. Вот. Так что, видите, у птиц и пищеварение приспособлено к тому, что даже без зубов исключительно быстро и эффективно. А что люди такого не делают? Люди из зубов есть. Гораздо лучше. Ребят, мне бы хотелось, чтобы к концу вашего курса вы хотя бы одну идею для себя вынесли. Не бывает в окружающем нас ничего такого хорошего, ничего такого плохого. Не бывает ничего вредного и не бывает ничего полезного. Так хорошо рассуждать либо в детском саду, когда говорят, не делай так, это плохо, делай так, это хорошо. Так? Значит, либо находясь под мощной социальной защитой, ну когда, даже если вы делаете какие-то глупости, ничего действительно страшного с вами не произойдет. Вас защищает семья, государство, армия, полиция, Организация Объединенных Наций, маленькие зеленые человечки и так далее. Вот в этом случае можно взять и все поделить вот так, простенько. Это очень упрощает жизнь. А на самом-то деле мир так устроен, есть ли такое деление? А? Скажите, пожалуйста, поваренная соль – это вредная или полезная? Это не если совсем исключить из рациона, вы помрете. А если перебрать в рационе, вы тоже помрете. Скажите, пожалуйста, йод – это вредное или полезное? Полезное. Та же самая история. Совсем исключили из рациона, у вас вот так раздулась щитовидка, полетел к чертовой матери весь энергообмен, и в конечном итоге вы померли. Перебрали, так? Значит, стали желтого цвета, задергались, и в конечном итоге тоже померли. Значит, один из великих химиков 19 века, Бертолле, дал отличное совершенно определение грязи. Что такое грязь? Примерно так. Грязь – это вещество не на своем месте. Так? Значит, то, что хорошо для одного организма, вовсе не обязательно хорошо для другого. Любой действующий живой организм – это сложная система, каждая деталь которой подогнана ко всем остальным деталям. И если мы возьмем человеческое тело, возьмем и засунем хорошо отработанную систему из другого организма, мы получим выигрыш или проигрыш? Проигрыш. Проигрыш, причем тяжелый, а чаще всего смертельный. Не надо завидовать другим. Надо развивать то, что у вас и так есть.